драники из вареной картошки. Хорошая альтернатива драникам из сырой. Это блюдо можно есть как самостоятельное, со сметаной, соусами или использовать на гарнир. Такие драники готовятся очень просто. Нужно только помнить, что для этой цели подойдет не каждая картошка, а именно тот сорт, в котором много крахмала. Если вы не уверены в своей картошке, то на всякий случай добавьте в тесто немного муки. Драники получаются нежными и вкусными. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления драников. Картофель сварите в подсоленной воде, в кожуре, хорошо охладите и очистите. Отварной картофель натрите на терке. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Из картофеля сформируйте круглые или продолговатые драники. Драники обваляйте в муке и выложите на горячую сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые драники выложите на тарелку. Драники из вареной картошки готовы, подавайте к столу со сметаной. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Картофель, 4 штуки. Подсолнечное масло, 30 мл. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Мука, 2 столовые ложки. Количество порций, 2-3. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания.